странствуя по свету, словно птица, преодолевая жизни путь. Изредка однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он идет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Очень приятно, что столько народу захотело посмотреть, познакомиться со мной живьем, как говорят у нас. Тебе стульев достаточно? Их 12. Как вам сказать? Если до эпизода в фильме «12 стульев» мне говорили вслед, вот пошла артистка, ну просто артистка, то после эпизода, после знаменитого этого танго с Андрюшей Мироновым, стали говорить, а вот пошла артистка Любовь Полищук. То есть я проснулась знаменитой. Любовь Григорьевна. Да-да. Можно, будьте добры, Люба, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, коротенько. Родилась я в Омске, в семье простых, любящих друг друга людей. Мама у меня швея, папа уже не с нами, он строитель. И никогда в жизни никто не предполагал, что в нашей семье, в нашей большой полищуковской семье появится артистка. Ну вот, появилась такая сумасшедшая. И своей мечте я не изменила ни разу. Должна вам сказать, что как только я научилась говорить, я сказала, что я буду артисткой. Я хотела быть балериной, я хотела быть певицей. Но чтобы я стала артисткой разговорного жанра, когда я приехала в Москву, слово «разговорного» я не могла выговорить. Я говорила чудовищно. Я акала, гекала, шокала. Что я только не делала. Поэтому я говорила «разговорного». Вообще я поступала во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Не потому, что я хотела быть эстрадной артисткой, а потому, что меня в институт не приняли. Я опоздала, родители очень долго сопротивлялись и не пускали меня в Москву. И это естественно, я бы тоже не отпустила в 16 лет девочку в Москву из Омска. Я вообще никуда не выезжала все 16 лет, я была только в Омске. Шел. Я сейчас уже знаю, что это такое. Третий тур, второй поток. Тогда нет. Куда я только не приходила. Мое любимое местечко было это двор Вахтанговского училища «Щуки». Там я наблюдала за тем, как девочки, изысканно откинув руку, курят. Как они вальяжно, нога на ногу. Видать, это был уже первый-второй курс, потому что начинающие, наверное, себе так не позволят вести себя. В общем, для меня это был такой своеобразный театр. И вот в этом театре ко мне подошел человек и сказал, с такими глазами тебя примут. Я говорю, меня уже не приняли. Мы разговорились, выяснилось, что я из Омска. Оказывается, этот человек, увидеть бы его еще хоть раз, уже 5-й год поступал в институт театральный, не знаю, поступил ли. Но он сказал мне замечательную вещь. Я, в общем, благодаря ему узнала
про эту студию, об этой студии. Я пришла туда и поступила как вокалиста Георгию Павловичу Виноградову. Потому что я всегда пела и в школьном хоре, и эстрадный был коллектив. Вот под гитару, под барабан тоже я чего-то там. У меня был очень интересный репертуар. Я пела песни под Зыкину. А вторая половина репертуара была под Робертино Лоретти. Я была в то время, ко мне приходили переписывать слова по-итальянски. Я была знатоком итальянского языка. На самом деле это несчастная это пластиночка, зачирканная уже до дыр, потому что я каждое же словечко нужно было написать. Ну, язык звучал примерно так. «Мама сантанта феличе, перкаре торна да те, ламья консоли ти диче». Я выговаривала все. Нет таких слов в итальянском языке, я потом узнала. Тем не менее, их переписывали у меня. Ну, с таким репертуарчиком я пришла на худсовет в ЭТМИ. Георгий Павлович послушал, сказал, голос есть, способность есть. «А что вы еще можете?» – спросил Леонид Семенович Мацалюков. Я говорю, я могу, ну, может быть, басню? Я начала басню, забыла слова, почесала. Я была почти налысо обстрижена, у меня такие были хвостики, короче. Почесала свой пенек и спросила, а можно я чего-нибудь станцую, потому что я слова забыла. Непосредственно я была просто на грани. Он говорит, ну станцую, а чего? Я говорю, можно я шейк по-омски? И как я дала, значит, вот это вот. Вот. Все педагоги были категорически против. Кроме Леонида Семеновича Маслякова, царствие ему небесное, который встал и сказал, конечно, девочка сырая, но в ней есть Божья искра. Вот как он сказал. В ней есть Божья искра. Давайте ее возьмем на... Как это называется? Проверка месячная. Забыл слово. Спасибо вам большое. Я так волнуюсь. Сейчас буду забывать элементарные слова. На испытательный срок. Меня взяли на испытательный срок, и через месяц у меня пропал голос. И вокальный, и разговорный. Я только шипела, как змея, по углам. Потому что меня уже приговорили к отчислению. И тут опять случай. Вот вся все-таки мистика. Вся моя жизнь – это случай. Подошел ко мне Рудольф Евгеньевич Славский. Я недавно его видела. Режиссер в ЭТМИ, ему 92 года. Он подошел и сказал мне такую фразу. «Ты не хочешь попробовать себя в разговорном жанре?» «В разговорном». Я говорю, что такое, стихи читать? Он говорит, ну почему стихи? Есть и проза вообще артистская, драматического жанра. Я говорю, я не умею, я могу только петь, ну иногда танцевать. Говорю, давай попробуем. И мы попробовали. И с тех пор у меня в первой книжечке моей образовательной в этом и написано «Артистка юмора и сатиры, артистка разговорного жанра», а второе – это ГИТИС, актриса драмы и кино. Мои вокальные, скажем так, способности, неважно какие, это не мне судить, они иногда мне пригождаются либо в театре, либо в кино. Редко, правда, но бывает. Если вкратце. Как вы относитесь к кинопробам и часто ли вас не утверждали на роль после кинопробы? Очень. Вот у меня 75 или 77 картин. На самом... За что? На самом деле, вот одной руки достаточно перечислить работы, которыми можно гордиться, похвалиться. Все остальное, тем не менее, вымученное кровью, потом, невероятным трудом, но все остальное в кино мимо. В театре мне повезло больше.
Поначалу меня очень долго не утверждали, потому что эстрадный – это сейчас можно спокойно перейти с эстрады в драматический театр и играть в спектакль. Тогда это нонсенс, что меня с эстрады пригласил Михаил Захарович Левитин на спектакль по Чеханте. Спектакль назывался «Чеханте в Эрмитаже». Это было крайне-крайне редко. Как только узнавали, что вот эта девочка с эстрады, ну, а мне тут же ставили крест. Поэтому не утверждали меня очень и очень часто. Но самое неприятное в этой ситуации, что, как правило, и сейчас это кое-где остается, в каких-то группах это как норма, они не предупреждают тебя о том, что ты не утвержден. И ты живешь этой надеждой, ты лелеешь эту мечту, и когда ты видишь, что фильм уже вышел с другой актрисой, честное слово, нужно иметь какую-то невероятную силу воли, здоровье, какое-то бычье сердце, чтобы выдержать все те обиды и те нарывы на душе. Поэтому, если вы хотите стать артисткой, девушка, готовьтесь. Любовь Григорьевна, про вас часто говорят роковая женщина. О, человек не говорят. Говорите, говорите. Ну, в частности, роковая женщина и женщина-вамп. А как бы вы определили свое амплуа? Ну, и в профессии, и в жизни. Ну, я думаю, что не мне судить. Но женщина-вамп, думаю, что это не мое. Как-то так получилось, что я вначале... Не в театре, в кино сыграла одну из женщин, как вы говорите, вамп. Получилось удачно. Так и пошло, и поехало. На самом деле, я всегда считала себя острохарактерной артисткой. Характерной. Мой любимый жанр – это трагикомедия, трагифарс, если хотите. Женщина вамп. Я вообще, мне как-то скучно быть... иметь определенный имидж, определенный стиль. Ну, такая фактура, что женщина вам. Никакая я не вам. Скажи, Серега. Обыкновенная земная женщина, очень любящая свою профессию. Года три, наверное, тому назад предложили сыграть... Причем два раза подряд предложили сыграть лесбиянку. Я отказалась. Позвонил продюсер и сказал, почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, огромные деньги вам заплатим. Я говорю, сейчас объясню. Половину своей жизни играла вам женщин, только потому что я хорошо сыграла. Плохо я не могу сыграть. Извините за скромность. И если я хорошо сыграю лесбиянку, то вторую половину жизни мне придется их играть. Я не хочу. Я хочу играть нормальную женщину. Скажите, пожалуйста, вот почему все-таки, я, так сказать, про эстраду, почему все-таки вы не пошли, как Клара Новикова, так сказать, есть ли какая-то, так сказать, почему, вот почему? Это что, там, какие-то интриги или что-то? Объясняю. У меня все было замечательно. Я не собиралась никуда уходить. Лешка пошел в школу, и я должна была как можно больше быть в Москве. Поэтому я уволилась из московского мюзик-холла, который бесконечно гастролировал, и не помышляла о том, что меня пригласят в театр. Но я сделала программу в двух отделениях по Михаилу Михайловичу Жванецкому, которого тогда... Ну, мягко говоря, не пускали. Я показалась дважды в доме журналиста с этой программой. Был битком зал, потому что нормальные люди любили и любят Жванецкого Михаила Михайловича. Я вообще считаю его современным Чеховым. А меня стали окружать интриги, и эту программу дальше никуда не пускали. И я стала потихоньку угасать. Позвонили Витя Ильченко и Рома Карцев и сказали, что вот было бы замечательно, если бы ты пришла к нам в театр «Миниатюр», тогда он назывался, сейчас это театр «Эрмитаж».
Опять же, счастливый случай. Поэтому я и не на эстраде. Но я не жалею. Такая история. А если вы не согласны с режиссером, как вы поступаете? Я не люблю конфликтов ни на театре, ни в кино. Не в семье. Сейчас муж меня поправит. Нет, на самом деле, у меня характер, конечно, взрывной, поганенький характер, на самом деле. Ну, если бы не был такой характер, взрывной, что ли, эмоциональный, может быть, я и артисткой не стала бы. И, конечно же, практически всегда я стараюсь найти все-таки общий язык. Все-таки договориться. Потому что если идти на конфликт, ну какая тогда работа? Что с партнером, что с режиссером? Ну какая работа может быть? Ну бывает, конечно. Вот. Такова Селяви. Любовь Григорьевна, вы не могли бы вспомнить историю самую невероятную, которая случилась с вами в вашей жизни? Спасибо. Спасибо. Вот передача называется «Линия жизни». Линия, это предполагается что-то такое прямое, да? Линия. Вся моя жизнь – это невероятные истории, когда я уже на грани была, вот на грани катастрофы. И потом я услышала замечательную фразу: «Дверь, последняя дверь никогда не захлопывается, пока не откроется еще одна». И я считаю, что все эти истории невероятны, когда меня отчисляли из ВТМИ, когда меня отчисляли из ГИТИСа, когда я приехала сниматься в картине «Эзоп», выяснилось, что моим партнером, я тогда первый раз в жизни поцеловалась в кадре, в кино, был Олег Павлович Табаков, мой мастер на курсе. Для меня это все невероятное стечение обстоятельств и невероятные истории. А что-то такое из области мистики или из области какой-то космической фантастики, пожалуй, у меня такого не было. Скажите, пожалуйста, а как вас, знаменитую актрису, завоевывал ваш муж? Спасибо. Может, ты сам расскажешь, как ты меня завоевал? Тебя спросили. Тебя спросили, рассказывай. Нет, но... Интересно послушать, кстати. Ну, потом ты мне, Сережа, рассказал, как он меня завоевывал. Но сначала были какие-то непонятные звонки от Гены Хазанова, от моей приятельницы Аллочки, от Марка Розовского, от многих довольно известных людей и неизвестных тоже. Ну, как выяснилось, что мы где-то вот рядышком, мы где-то как-то через кого-то мы все-таки знакомы. И говорят одну и ту же фразу: а с тобой хочет познакомиться художник. Ну, хочет, пусть знакомится. Я знакомиться люблю. Я была одинокая с сыном. Одинокая молодая женщина. Пусть знакомится. Что-то он никак не знакомился. А потом все-таки позвонил, да? 21 год назад это было, боже мой. В общем, короче, Сережа пришел на спектакль «Чиханте» в Эрмитаже, да? Посадили его почему-то за колонну, он черта не видел. Он все время то с одной стороны, то с другой. Потом поехали в ВТО. Нет, сначала он меня прокатил после спектакля на зеленой машинке, «Жигуленке».
Спасибо. Ну и, конечно, сделал это очень лихо. Он разогнался по льду, а потом дал по тормозам. И нас закрутили. Я говорю, какой класс. Он говорит, типа, годится, годится. Потом мы пошли в ресторан, говорит, очень... Мило посидели, потом поехали к друзьям Сережиным. Все оказались художники. Это отдельная для меня планета, замечательная, со своим юмором, со своими тараканами. Прекрасные художники и чудные люди. И сейчас мы все дружим. Вот. Потом, значит, еще что-то. А потом пришла любовь. Вот. Вслед за нею беременность. Я сказала, Сережа, у меня есть сын, я очень хочу дочку. Либо ты делаешь мне предложение, предлагаешь руку и сердце, либо я делаю аборт. Он выбрал первое. Причем ровно через 10 минут. Выбежал, купил цветы, пришел и сказал, я предлагаю. Вообще... Сначала, как мне рассказал Сережа, я не знаю, ты как глухонемой сидишь, расскажи. Они увидели меня с отцом в картине «Эзоп», и где я правда, я там не говорю не своим голосом, меня режиссер не дождался, у меня было воспаление легких, я лежала, он мне не, меня озвучили другой актрисой. Но такой красивой я никогда ни в одной картине не была. Ни в жизни, ни в кино, ни в театре. Вот так меня умудрились снять. Послушай. Из Афин приехал начальник стражи. Он еще здесь? Так вот почему ты так прихорашиваешься. А ведь сегодня приехал твой муж, Клея. Сейчас придет и скажет. Клея, любовь моя, я привез тебе подарок. Ну хорошо, я пойду к моим ученикам. И, как Сережа сказал, что вот они сидели с отцом в Коктебеле, смотрели по телевизору. Это был фильм «Эзоп», им очень понравилось. А потом Сережа пришел на спектакль с нашей общей приятельницей «Хармс Чармс». «Шардам» или «Школа клоунов» — это было в театре «Миниатюр». Поаплодировав в конце спектакля, это мне уж приятельница рассказала, поаплодировал, встал и сказал «Моя». И начал окружать. Встаньте, пожалуйста. Сережа. Усатый художник. Тебе вопрос? Сереже пришел вопрос, записка. Сергей, вы как художник работаете над имиджем вашей жены? Советуете, как одеваться? Покупаете ли вещи и так далее? Я могу сидя ответить? Нет, я не работаю над стилем своей жены. Советовать, как одеваться, ей невозможно. Она весьма самостоятельная женщина. Все она сама покупает, сама одевается, сама обматывается чем угодно. Вот. Вот. Как сегодня. Вот скорее она мне советы дает. И кроме того, я художник-анималист. Сережа однажды со своим приятелем решили написать, нарисовать мой портрет. Это было что-то, я вам скажу. Помесь гамадрилы с орангутангом. График-анималист. Только животные. Я себя такой не... Я себя в страшном сне не могла себе представить такое. Да, извините. Скажите, пожалуйста, а детям своим помогаете пробиться в профессии? Да никогда. Вот пусть он скажет, Леша, скажи, я тебе помогала пробиться в профессии? Напротив, я и Леше говорила, не, я всем своим примером показывала, что не надо идти в эту профессию. Это невероятно унизительно, особенно для мужчин, я считаю. Ведь актеров мужчин
Можно по пальцам сосчитать. Все остальные, у них у всех женская психология. Они психи, неврастенники, они инфантильные. Они обижаются, если тебе больше букетов подарят. Они обижаются на то, что к тебе первым подошли, когда ты вышла из самолета или из поезда. Да? Чего знает что наши мужчины-актеры? Пусть они на меня не обижаются. Ну, есть, есть джентльмены. Сейчас ты себе друзей нажила. Да все знают, господи. Так что Леша не помогала, Маша не помогала. Тем не менее, и Леша в первый год не поступил, и потом поступил своими силами. И Маша не в первый год не поступила, потом поступил. Мало этого, Маша, что мне рассказали, что когда Маша пришла в очередной институт, ее спросили, вот у тебя тут написано, деточка, значит, папа художник, мама актриса. Папа художник цыгарь, мама просто актриса. Как фамилия-то? Маша зажалась и сказала, а что мне будет, если я не скажу? Ей сказали, да ничего не будет, ты просто скажи. Она московская актриса? Московская. Фамилия-то как? Полищук. Мам, и сразу ко мне по-другому стали относиться. Сразу. Любовь Григорьевна, а можно задать вопрос вашему сыну? Нужно. Алексей, а как вы называете Любовь Григорьевну? Люба или мама? Мама. Очень сложно, глядя все, на вас обоих. Все зависит от обстоятельств. Когда мы общаемся приватно, дома, между собой, конечно, я называю мама. Когда действие происходит в Коктебеле, на пляже, я весом 100 килограмм юноша, через пол пляжа кричу «Мам!» И она, лежа на лежаке, поднимает глаза и говорит «Не мамкой, не мамкой!» Не мамкой. Мы работали с Лешей. Спектакль «Квартет для Лауры», где он был одним из четырех моих мужей. И репетировать было крайне сложно. Вот еще когда я кричала «не мамкой». Потому что Андрей Житинкин, ну как-то семейные отношения, да, между мужем и женой, он иногда из зала, из темноты кричал Леш, ну, хоть чуть-чуть поприставай к маме. Я говорю, ты хоть не мамкой. Репетировать было крайне сложно. Но когда это уже игралось в присутствии зала зрительного, я не чувствовала неловкости. Никакой патологии в этом не было. Да, Леш? Или у тебя все-таки были какие-то... Не было и быть не могло, потому что на сцене передо мной не мама, и даже не народная артистка России Любовь Григорьевна Полищук, а передо мной партнер, тем более, что это достаточно невинная французская легкомысленная пьеска, в которой комедийная, в которой нету да, никаких... Никакой было. Эротики или еще чего-то, просто да. Чисто бытовые отношения, но ситуация такая, что жена уходит от мужа. В этой пьесе предлагалось 4 варианта развития событий. 4 разных мужа. Флегматик, холерик, сангвиник и... Ты кто у меня был? Я уже забыла. Я был флегматик, но у меня постоянно почему-то... Меня постоянно почему-то срывало на некую рефлексию. Мне хотелось показать, вот какой я талантливый, как во мне, какие бездны во мне скрываются. И поэтому я очень часто начинал хлопотать лицом, и потом деликатные замечания выслушивал дома. Ну, вот был такой эпизод в жизни, что мы работали вдвоем, работали муж и жену. Вот. Пожалуйста, а вы смотрите свое кино? Вот, где вы снимались? Вот так вот, как триллер. Читаю записку. Любовь Григорьевна, скажите, вы понимаете своего мужа? Да, мы оба говорим по-русски, а что? Скажите, а как вам приходят роли? Вы увлекаетесь пьесой или вы просто доверяете режиссеру и соглашаетесь с его мнением? Или, может, большую роль играет потенциальный коммерческий успех постановки? Спасибо. Сейчас скажем. Дело в том, что я уже
Лет 5 я работаю в частной антрепризе. Это, конечно, коммерческие спектакли. Я знаю, что 70% этого зала меня осудят, осуждают. Где, я имею в виду в антрепризе, где всегда обсуждается пьеса, всегда обсуждаются партнеры, костюмы и декорации. Чего в Государственном театре быть не могло и не может. И деньги там другие. И материал тебе неизвестен, и неизвестно, на кого тебя назначат. Поэтому я ушла. На самом деле, самые главные родители ролей для меня – это зрители. Вот мне все подсказывают зрители. Их внимание или невнимание, их улыбки или вдруг какой-то шумок, какой-то кашель. Все секу, имейте в виду. Если что-то чего-то, значит, не интересно, не смешно, не грустно, никак. Это все мы, актеры, ощущаем. Зрители, главные родители моих ролей. Любовь Григорьевна, скажите, пожалуйста, а какие у вас складывались взаимоотношения в кино с Андреем Мироновым и Олегом Далем? Спасибо. С Андрюшей Мироновым я снималась только в одной картине, вот в этом самом эпизоде. И нам было некогда объясняться в любви друг к другу. В уважении, любви, восхищении друг другом. Потому что в 8 утра нам ставили танец, с 8 утра до 12. Потом был часовой перерыв, в час дня мы уже снимали. До 7 вечера мы его сняли. 14 дублей. Танца половины нет. Вот эти стоп-кадры, это все вырезанные куски танца. Очень маленькая была площадка, где мы должны были танцевать. А танец был поставлен фантастически. Он был с акробатическими трюками, он меня подбрасывал, он меня перехватывал, он вращал вокруг себя. Чего там только не было. Мы просто не помещали. Мы все время вылетали за кадр. То он, то я. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет. Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину. Ну ладно. Потом уже, когда сошли все синяки и царапины, и особенно, когда не стало Андрюши, я подумала, 14 дублей вот такую арясину таскать. Еще и в ритме это нужно было делать. И ведь он при этом пел. Это каких физических усилий ему это стоило? Хоть бы один стон. Хоть бы одна просьба. Дайте передохнуть. Ничего подобного не было. И, конечно, это достойно уважения. Низкий ему поклон. И всегда память о нем у меня будет. А с Олегом Ивановичем Далем тоже была история. Я работала тогда еще в мюзик-холле. Приезжает помощник режиссера и говорит, что меня пригласили на съемки
с Олегом Ивановичем Дарем, детектив «Золотая мина». Приезжаем мы в Питер. Мы, женщины, вообще обладаем интуицией, а актеры и актрисы, тем более, может быть, в трехкратном объеме интуиция еще больше. Я чувствую, какая-то ерунда. Вот такое ощущение, что меня замуровали. Плохо мне, я чувствую. Выясняется, режиссер Женя Татарский сказал ассистентке режиссера Нелечка, мы с ней потом очень дружим, дружили и дружим. Он ей сказал, привези мне манекенщицу, блондинку с карими глазами. Привозят меня. Представьте себе состояние режиссера. Причем съемки был взят в аренду кораблик. Съемки на этом кораблике, и это деньги, и съемочный день должен состояться. Съемки очень сложные. Это одна из самых трудных сцен. И тут еще приходит Олег Иванович Даль. Ну, у меня, конечно, я на подкошенных ножках, глазки в кучку. Я пошла в дамскую комнату посидеть, перекурить это дело, передумать. Прихожу, у меня ничего не успокаивается. Вот здесь вот колотун. Наконец подошел режиссер, сказал, ну ладно, все, успокоились. Ну, видишь, что я просто на грани срыва. Подходит Олег Иванович Даль. Он все сразу понял. Снял очки, взял мою руку. Вот так ее облапил двумя руками. Прижал к щеке. И посмотрел мне не в глаза, а в зрачки. Вот такое ощущение, что он вот перелил в меня, как, может, он волшебник был, я не знаю. Но у меня ушел вот этот холодец, и я выпрямила спину. Я почувствовала себя артисткой, его партнершей. Мы пошли и сыграли сцену с одного дубля. И тебе надо подумать, как дальше себя вести. А я думала. Долго думала и решила. Хватит с меня наших совместных радостей. Мне бы попроще чего-нибудь. Сними очки, я уже забыла, какие у тебя глаза. Я думал, у меня есть верный друг. Так вот, запомни. Заявишь в милицию и убью. Ты меня знаешь. Нежность моя. Сделай одолжение. Хорошо. Это тебе расплатиться. Спасибо за любовь и верность. Любовь Григорьевна, я, конечно, не Андрей Миронов, но позвольте пригласить вас на танго. Аж голова закружилась. Спасибо. Я даже не знала, что я могу симпровизировать что-то. На самом деле, невероятной красоты танец, если его уметь танцевать. Это танец любви. Танец страсти, объяснения в любви. Это самый красивый танец на свете. Танго. Спасибо вам. И это Марта Оттомна.
Моя любимая соседка, любимица всего подъезда, активистка, замечательная, изумительная женщина. Спасибо, Марта Ортовна. Скажите, пожалуйста, кто вам помогал поверить в себя? Начну издалека. Я была очень некрасивым подростком. У меня было косоглазие. Я была рахиткой. Поэтому у меня были кривые ноги. Очень кривые. И вот такой вот глаз. А я еще тогда, и сейчас это осталось... Во мне всегда существовал самоконтроль. Я все знала про себя, какая я. Поэтому я безумно, конечно же, стеснялась. Я еще и училась плохо. И без конца ходила красная, как свекла. Ну, уже я стеснялась. И я сказала себе, я обязательно себе выровняю ноги. Как я это делала, вы представить не можете. Вот такие ноги колесом, да? Я вот так... связывала их и стояла часами. Я клянусь вам. Глаз интуитивно. Оказывается, косоглазие выправляют, заклеивая, очки и кладут такую непросвечивающую, я не знаю, ткань это или пятно. Я интуитивно его закрывала всегда рукой. И выправилась. Я уж не знаю, в связи с чем. Может быть, я так сильно хотела быть артисткой, а артистка не может быть кривоногой и косоглазой. Мало этого, у меня был дядя Коля, не с нами уже, который всегда, он видел, что я краснею, очень стесняясь, он всегда говорил, брось, деточка, все равно ты будешь самая красивая, и все мужики будут твои. И я заливалась пунцовым румянцем уже по самые корешки волос. Мало этого, он приносил открытку, где, знаете, такие были сладкие картинки. Дедушка Мороз и Снегурочка. Она такая вся с синими глазками, в короне в какой-то блестящей, какой-то на ней такая шубка. Он мне всегда говорил, вот это ты, вот эта красавица, вот ты на нее похожа. И я считаю, что мне это невероятно помогло. Вот я благодаря этим поддерживаниям как-то начала в себя верить. А ноги-то выглядели? Да ты бы меня не взял с кривыми ногами. Это точно. Какая у меня группа поддержки, да? Я проверял, ты уже не знал. Любовь Григорьевна, у меня простой вопрос. Вам свойственно каждый раз наступать на грабли, или вы все-таки учитесь на своих ошибках? Ну, мне просто много лет уже когда-то надо научиться уму-разуму. Думаю, что редко я сейчас наступаю на грабли. Но бывает. Но здесь уже такой мозоль, знаете, я не чувствую. Я иду дальше. Любовь Григорьевна, вы сыграли очень много ролей. И в кино, и в театре. И все роли разные. Вот какая самая трудная роль и в чем ее суть? Я вам скажу, какая самая трудная роль. Та роль, которую я играю сейчас. Как выяснилось, быть самой собой очень сложно. Мы все-таки артисты, мы все-таки обезьяны. Нас натаскивают на роль, в нас внедряют чужую жизнь. Чужую ситуацию, конечно, тот опыт, который был в моей жизни, он пригождается как в ролях комических, так и в ролях, скажем так, драматических, чего я очень мало, к сожалению, играю. Актер не должен
открываться до конца. Все, должна быть какая-то завеса, какая-то тайна. Например, если мне говорят какие-то, ну, непристойности или гадости о каком-то актере или актрисе, которую я обожаю, я не хочу этого знать. Я люблю ее, я уважаю или его, и все. Мне не нужно знать, что он ест, какие пирожки он покупает, и где он был, и с кем он спал. Я не хочу этого знать. Поэтому, если что-то я не до конца говорю, вы меня тоже поймите правильно. Ну, нехорошо это. Спасибо вам. Любовь Григорьевна, я хотела бы узнать ваше мнение по поводу того, как вы относитесь к женской эмансипации. К тому, что в наше время многие женщины предпочитают жить самостоятельно, независимо и не связывать себя с ними. Ну, вот к этому все идет. Мужчины отдельно живут друг с другом, женщины отдельно друг с другом. Прекрасно мы все устроились. Я плохо отношусь к эмансипации. Я очень плохо отношусь к эмансипации. Женщина должна быть слабой, защищенной мужчиной, не инфантильным, непонятно чем, с бусами и серьгами, а мужчиной. И женщина должна работать мало и в охотку. Я не устану повторять эту фразу, это моя любимая фраза. Вот так, я плохо отношусь к эмансипации. У вас в семье существуют какие-то семейные традиции. А как же? Вот мы с Сережей 21 год. И если бы не Сережина семья, конечно, я бы пролетела мимо традиции, как фанера над Парижем. Есть такое выражение. Но поскольку у Сережи в семье всегда была традиция собираться на Новый год на Старом Арбате, в их старой квартире, то эту традицию, войдя в этот дом, я не посмела нарушить. И Новый год, и день рождения, который у нас совпало с Виктором Ефимовичем, с моим свекром Сережиным отцом, в один день, 21 мая. Да, я хотела заявить еще вот что. Я умоляю, прекратите меня поздравлять 21 октября с днем рождения. Я рождена 21 мая. Все СМИ и все каналы поздравляют меня 21 октября. Это неправда. Извините за отступление. Причем дозваниваться даже за границу 21 октября. И, конечно, и Новый год, и дни рождения. И, как правило, всей семьей, слава Богу, у нас семья огромная. И все готовится, конечно же, своими руками. Это и Сережа, и мама его, Мира Ильяковна. Изумительно. Мне очень трудно угодить во всех ресторанах, кафе. Мне невкусно, потому что у меня муж готовит потрясающе. Быстро, вкусно. Я не готовлю. Я счастливая женщина. Спасибо большое. Спасибо. Друзья мои, я счастлива. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.